сказать, никто не поверит. Я скажу, что мы приехали в Петрозаводск. Вот там автовокзал. Там по-фински написано автовокзал. Или по-карельски. Но не по-русски точно. Карельский. Да. Наверное, карельский, да. Автопусы. Что переводится как автокиска. Да? Да. Как переводится? Ну, я так сказал. Мне в кадр не лезть? Да я не знаю, пока можно. Ну, ты горишь. Это подыграет. Тук! Да, на Ярославский похож, что ли? Ну да, может, на Ярославский. Такой же желтый. Поезда уютно коптят. Так, а что за поезд? Лев, не падай за ограждение. Кстати, не знаю, что ты насчет этого думаешь, что ты насчет этого скажешь, но сейчас в Петрозаводске -27, влажность 67%. Это много? Я не знаю. У меня сначала 100 вообще показывало. Короче, мы со Львом в Петрозаводске. У меня мерзнет лоб теперь еще. То у меня мерзло только в выпирающей части тела, а сейчас еще и лоб мерзнет. И мы спускаемся к набережной Онежского озера. Онежское озеро. Смотрите, какой забавный момент. В Москве мы работаем на Онежской улице. Да. А тут Онежское озеро. Ха-ха-ха. Смотрите, какая игра. А Солнечногорское бывает? Улица? Озеро. Озеро. Не знаю, видно или нет, но Лев сказал, что я отмороженный по полной. Ну что снимать? А что, не знаю, просто снимаю. У меня рука не может далеко вытянуться из-за того, что я одел на себя два свитера, одну кофту, один свитер.
кстати, потому что в Москве такие морозы, есть плюс. Не надо будет тащить отдельный пакет одежды. Да я тоже думаю, что хорошо, потому что не придется переодеваться. Забыл про счет переодевания. Ну я думал то, что в Москве опять будет слякать и придется переодеваться обратно во все это дерьмо, а это. А у вас там, оказывается, москвичей тоже. Небось, мерзнете там, да? В своих золотых унитазах. Не очень плохо. Слышно? Ну не знаю. Ну, не знаю. С черникой. Я, короче, за то, что этот номер бывший медпункт. Из-за вот этого. Но Лев считает, что это просто общажный номер. Ну я не знаю. Я просто в общаге не был никогда. Для медпункта слишком маленький. Ну почему? У нас был в этом в армии такой еще меньше, наверное, даже. Просто там был еще отдельный. Всякое бывает. Просто еще отдельный кабинет был под всякие приборы, там перевязочные, еще такая всякая хрень. А что тут не снимать? Все снимают. Всех снял.